Живая музыка, цветы, воздушные шары. Этого момента ждали тысячи молодых мам из Щелковского района и округи. Первых новорожденных выписали из перинатального центра в Щелкове. Роды у Лидии Филимоновой и Александры Булановой прошли успешно. У Лидии родился сын Дмитрий, у Александры – дочь Варвара. Все замечательно прошло. Очень переживала за третьи роды, но прошло все великолепно. Как обстановка в палате? Супер. Просто супер. А врачи? И врачи. Врачи с такими врачами, с таким вниманием столкнулась первый раз. Прошло все замечательно. Спасибо докторам. Вообще очень все понравилось. Родила девочку, 4 килограмма, 52 сантиметра. Вот. Очень рады, что попали сюда именно. Советуете здесь рожать? Всем советуем. Рекомендуем. Всем, да, рекомендуем. Здесь самый крутой перинатальный центр. Новорожденных под фанфары духового оркестра встречали глава Щелковского района Алексей Валов, руководитель 5-го управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Владислав Мирзонов, заместитель главы администрации района Юрий Родионов, счастливые отцы и близкие родственники. Пока шло строительство перинатального центра, правительство региона, власти Щелковского района контролировали выполнение работ. Настолько вот это трепетно все, когда наши мамочки рожают, все это в любви, есть мужья, когда мы понимаем, что на свет появляется будущее потомство, которое потом строить будет страну, развивать ее. Да и не в этом самое главное, что будут они строить, развивать, это само собой будет. Самое главное, что появляются на свет плоды любви, которые позволят нам всем с уверенностью смотреть в будущее. Подарком семьям от администрации района стали яркие прогулочные коляски. В честь Дмитрия и Варвары в небо дружно выпустили воздушные шары. Первая пара новорожденных родилась в Щелковском перинатальном центре. Сегодня их встретили родные и близкие. И через несколько секунд они уедут вот на таких красивых машинах к себе домой. За Варварой приехала раритетная чайка, за Дмитрием легендарный газ «Зим». Перинатальный центр в Щелкове построен по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Рассчитан на 150 коек. Это не просто центр, а мощный медицинский комплекс с ультрасовременным диагностическим оборудованием и лучшими врачами, приглашенными из разных регионов России. Не просто перинатальный центр, а мы занимаемся на сегодняшний день диагностикой любых заболеваний, сопровождением беременности, процессом родов, выхаживанием недоношенных детей, новорожденных детей и наблюдением катамнестическим за детьми раннего возраста. Там женская консультация ЩРБ-2 переехала к нам. Добро пожаловать! С первых дней работы центра в нем появились на свет 16 малышей, в том числе одна двойня. Спешите родиться в Щелкове! С наилучшими пожеланиями первым новорожденным Михаил Налетов, Валерий Жиглей и сотрудники телерадиокомпании «Щелково».